Итак, дорогие друзья, здравствуйте. И сегодня у нас видео. Вот у нас разбитый стекло разбитое на экране S6 Edge. Вот так он выглядит. И пришло нам новенькое стеклышко. И будем его пробовать менять сейчас. Итак. Итак, дорогие друзья, вот наш полурезультат. Как вы видите, мне удалось очистить экран наполовину от стекла. И решил я его почему-то только в этом этапе. Я, в общем-то, решил его включить и проверить. Здесь он у меня в этой точке, части была точка с битым пикселем. Это, видимо, в том самом месте, где упал он на камень. Так, фокус. Блик ловит. Не хочет настраиваться. Вот. Значит, вот здесь была маленькая точечка битая. Не видно было в самом-самом углу экрана, не видно было только, идет зарядка или нет. Остальной экран был полноценно рабочий. Ну, теперь смотрите, что я наремонтировал. Вместо того, чтобы наклеить и заклеить пару дырок вот здесь стекла новым стеклом, и, ну, были бы там видны трещинки, ну и хрен с ним. Все равно, как запасной телефон это. Нет, мне этого оказалось мало. Я хотел сделать красоту. Ну, в общем-то, когда я эту красоту включил, как вы видите, вот эта черная точечка, которая была разбита изначально. Вот здесь, чуть-чуть в углу. А вот это вот все битые пиксели. То есть он рабочий, сенсор работает. Но экран, мало того, что тут две полосы пошли. Ну, даже их тут больше, в общем-то. Полосы появились на экране. Я взял и, в общем-то, испортил полностью экран. Теперь он подлежит только замене. Больше с ним ничего не сделать. А стоимость замены его такова, что даже бэушный целый телефон стоит примерно столько же, сколько отдельно новый экран. Вот такая вот печальная ситуация. Поэтому ставьте лайк за мой печальный опыт. Не повторяйте его сами. Я, конечно, предполагал, что может быть какая-то печальная ситуация, когда увидел эти полосы, расстроился. Но когда я включил экран и увидел это, у меня просто остановилось сердце. Подписываемся на канал. До встречи в новых видео.